Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхнекамья, в студии Анастасия Гордеева, и вот о чем мы вам расскажем сегодня. Морозное чудо. Сотрудники Еврахима сегодня утром наблюдали гало – необычное природное явление. Разговор с легендой. В Березники приехал 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Главная идея – в Березниках открылся коворкинг-центр, в котором молодым людям будут помогать писать проекты. В Пермский край нагрянули морозы. По сообщению синоптиков, в понедельник и вторник температура опустится ниже 25 градусов. Однако уже в среду в крае существенно потеплеет. И об этом нам говорит сама погода. Сегодня работники Еврахима наблюдали в небе гало. Гало – это оптическое явление, которое возникает вокруг Солнца или Луны. Тонкие перистые облака и ледяные кристаллы преломляют солнечные лучи, и от этого на небе появляется такой интересный эффект. Увидеть его можно, когда совпадают три фактора – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность. Именно по этим причинам можно говорить о том, что погода скоро переменится. Вот и синоптики говорят нам, что уже в среду нас ждет резкое потепление. Сегодня ночью температура опустится ниже 25 градусов. Такие морозы продержатся в ночь 7 на 8 декабря. В среду будет минус 8, а в четверг минус 1 градус. В пятницу столбики термометров опустятся до минус 5. А вот в выходные снова в регион придет морозная погода. В эти выходные в Перми прошел масштабный молодежный форум «Пермский период». 5 больших образовательных площадок, приглашенные спикеры со всей России и, конечно, новые знакомства. Все это только малая часть большого мероприятия. На этом событии побывала и Елена Силакова. Я предлагаю вам разделиться на две команды, раз у вас четверо. И вам нужно будет за минуту успеть собрать чемодан. Узнать работу студенческих отрядов можно было на одной из площадок молодежного форума «Пермский период». Такой возможностью мог воспользоваться любой желающий. На каждой точке презентация штабов – сервисного, медицинского, сельскохозяйственного. Всего в студенческих отрядах России таких существует 6. Для волонтеров молодежный форум «Пермский период» – отличная возможность показать свою деятельность и набрать новичков. И это очень интересно, потому что наш город Березники, он второй по численности, но еще молодежная политика, ну, это вот такая работа, где всегда есть новые форматы, где всегда есть то, чего мы не знаем. Вот. И чтобы наша молодежь нашего города развивалась, мы сюда ездим, повышаем свои компетенции, узнаем новые форматы, узнаем опыт других территорий. Новые форматы как раз обсуждали на заседании Координационного совета по молодежной политике. Выяснили, что основная часть молодых людей рассредоточена по городам Прикамья. Среди основных потребностей – новые рабочие места и досуг. Решено создавать центры притяжения для молодежи, так называемые «третьи места», и поддерживать внутренний туризм. Возможности есть. В крае активно выдают гранты на разработку новых маршрутов. Но очень важная мысль в этом всем, что зачастую такие грантовые поддержки, любые другие, по обучению, акселераторы, они создают трек возможностей, но как будто бы конечная точка, она находится, когда грант реализован. А это только начало процесса, и очень важно это понимать. Основная работа на молодежном форуме «Пермский период» кипела в лекционных залах. 5 образовательных треков, где в каждом участнике форума нашли для себя новую информацию. Разбирали монетизацию талантов, узнали новые возможности карьерного роста, прокачали свои личные навыки и, конечно, узнали особенности построения команды. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, «Пермский период» зарекомендовал себя как площадку для аккумуляции идей и стал для края доброй традицией. Форум стал центром притяжения молодых людей всего края. Он открывает возможности для самореализации, становится местом встречи единомышленников, позволяет молодежи получить уникальную информацию из первых рук. Сейчас важно услышать потребности молодых людей, а также создать все условия для их развития. Пермский период – площадка возможностей и роста для молодежи. Среди приглашенных спикеров был известный блогер-миллионник Роман Каграманов, который рассказал про развитие талантов и навыков в медиапространстве, а также продюсер продуктов Сбербанка Гавриил Гордеев и директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья. В России продолжает действовать программа дегазификации. В рамках проекта жителям районов будут подключать топливо от газопровода до земельного участка. На сегодня таким правом могут воспользоваться жители микрорайона Семина. В среду там начнет работу мобильная приемная, которая будет принимать заявки от собственников.
Программа позволяет подвести газ к границам земельного участка для нужд семьи. Все, что касается оборудования, уже внутри земельного участка на себя берет собственник. Такая программа позволяет домовладениям сэкономить весомую часть бюджета. Техническая возможность есть и в нашем городе, в том числе у жителей микрорайона Семина. В эту среду там с 11 утра до 3 часов дня будет работать мобильная приемная, где можно подать заявку на дегазификацию. Расположится она на перекрестке Мира и Челюскинцев. А вот в здании городской администрации прошли комиссии Березняковской городской думы. Главной темой стал бюджет на предстоящие 3 года. На какие сферы будет выделена большая часть местного бюджета, а какие проекты забросят в долгий ящик, расскажем в следующем репортаже. Сколько средств выделят на содержание дорог, увеличат ли финансирование на сферы культуры и спорта? С этих вопросов началось заседание комиссии городской думы. По сравнению с проектом бюджета, который был представлен в первом чтении, изменяются основные характеристики бюджета. Общий объем доходов бюджета муниципального образования увеличен на все 3 года. В частности, в предстоящем 2022 году планируется увеличить бюджет в социальных сферах. Например, 3,5 миллиона хотят потратить на оборудование в профильных медицинских классах. Еще 390 тысяч планируют направить на ремонты залов учреждений спорта. И почти 3 миллиона рублей предполагают отдать на благоустройство лыжной трассы в Новожилово. Касаемо 24-го детского сада по Мира 114, который находится... Поднимал вопрос не раз. Внесли изменения в бюджет на 2022 год по ремонту кровли именно этого здания? Глава города Константин Светлаков подтвердил, ремонт кровли детского сада в плане стоит. Однако, если говорить в целом о местном бюджете, доходы значительно снизились. Бюджет, который первоначально представляли, он был оптимистичным. И при этом мы на сегодня находимся в тех условиях, что доходы местного бюджета падают. То есть мы... Доходы местного бюджета меньше по сравнению с 2021 годом на 43 миллиона рублей. Устройство памятного знака малолетним узникам фашистских концлагерей. Вроде как, насколько я помню, значит, ветеранам обещали, что этот вот знак будет поставлен. Он перенесен или он вообще как бы сегодня исключается из этих событий? Пока установка памятника перенесена. Также обсудили уменьшение расходов на содержание дорог. Глава города отметил, что сейчас местные власти ведут переговоры с правительством Пермского края об увеличении местного бюджета. Бюджет на предстоящие 22, 23 и 24 год будет утвержден уже в этот четверг. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья. Легенда в Пермском крае. В эти выходные наш город посетил 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Чему именитый гость попросил уделить особое внимание молодых спортсменов, узнала Ксения Калугина. Более сотни спортсменов, кикбоксеры, самбисты, дзюдоисты, борцы ММА собрались в одном зале провести тренировку. Только сегодня она необычная. В гостях мировая легенда Федор Емельяненко. Самое главное наставление перед тренировкой – быть максимально сконцентрированным на своих действиях. Федор точно знает в этом толк, ведь он 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, 2-кратный чемпион мира по версии Rings и 2-кратный по версии ВАМА, 4-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион России по боевому самбо. Молодым спортсменам есть к чему стремиться. Порадовал спортсменов края не только приезд Федора Емельяненко, но и визит многократного чемпиона России, Европы и мира Кирилла Сидельникова, который ассистировал и давал ценные комментарии. Березняковский клуб ММА не мог пропустить мастер-класс. Как говорится, общение с успешными людьми заряжает на новые достижения. Собрали со всего города ребят, рукопашники, панкратион, там грэплинг, самбисты. ММА, кто ребят занимаются, боксеры, и собрались и приехали сюда. Отлично, эмоции только положительные. Все дети, вся молодежь, которая здесь присутствовала, им это очень понравилось. И я думаю, это даст им большой толчок в дальнейшем. Начинающие бойцы ММА были рады такой возможности. Общение с легендой бесценно и очень мотивирует. Опытный очень человек, Федор Емельяненко, он вам покажет очень многое.
Федор Емельяненко больше 40 лет, и поэтому у него очень огромный опыт в единоборстве, который может он вам еще пригодиться очень сильно. Собирать свою технику и болевые все приемы. И стать чемпионами? Да. Стать чемпионом. Конечно, а как же еще? После мастер-класса состоялась пресс-конференция, где чемпион рассказал об основных задачах для молодых спортсменов и сложностях, с которыми они сталкиваются. Ты смотришь, как они воспринимают эту информацию и готовы ли принять дальше следующее. То есть поправить или уйти в какое-то еще направление, или там, развить какое-то направление. Вот. Поэтому это такой обоюдный процесс. Ну и, конечно, очень мало времени, чтобы разобрать, ну, чтобы было бы, наверное, более правильно отделить бойцов ударной техники от борцов. Кирилл Сидельников не первый раз занимается с нашими спортсменами. Он уже был в Березниках и сегодня видел на тренировке знакомые лица. Знаете, те ребята, которых получается, ты как-то сразу запоминаешь. Я говорю, сегодня, когда я не видел их работу, я вспоминаю, потому что действительно есть ребята, которые моментально запоминают и делают те правильные вещи, которые там сегодня им давались. А на самом деле, знаете, что у меня в первый раз было, когда мы в Березниках, было огромное, потому что большое количество детей, что сейчас, это огромное спасибо, наверное, руководству, то, что все-таки поддерживается спорт в таких небольших городах, и это похвально на самом деле. Уникальная возможность проведения такого мастер-класса появилась благодаря межрегиональной программе «Уралхим-Уралкали. Миссия чемпиона». Компании «Уралкали» и «Уралхим» поддерживают десятки видов спорта. Хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, армрестлинг, самбо и многие другие. Встречи с именитыми спортсменами станут стимулом для молодых атлетов достигать еще больших вершин. Можно смело сказать, что программа работает. Все получилось. Слава Богу, мастер-класс и приезд легендарных спортсменов на Пермскую землю удался. Отзывы мы получили очень хорошие. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить за такую возможность делать такие благотворительные акции, такие благотворительные мастер-классы для молодежи, для детей Пермского края. Программа «Миссия чемпиона» продолжается. Совсем скоро мы узнаем, кто посетит наш край в следующий раз и зарядит наших спортсменов желанием побеждать. Ксения Калугина, Сергей Антонович, новости Верхнекамья. Какой магазин открылся в городе в эти выходные и где в Березниках помогут написать проект, чтобы реализовать свои идеи? Об этом мы расскажем во втором блоке выпуска. Оставайтесь с нами. Как мы уже рассказывали ранее в выпуске, в первые дни декабря в свои права вступила настоящая зима и сразу начала испытывать нас холодами. Если вы хотите обновить свой зимний гардероб, пришло время шопинга. Качественный финский пуховик или долговечная дубленка с легкостью выдержит суровые уральские морозы. На этой одежде стоит маркировка до минус 45 градусов. Верой и правдой такие вещи прослужат вам не одну зиму. Зимняя одежда продается с внушительными скидками в 50% и 70%. Здесь же вы можете купить и фабричную белорусскую обувь из натуральной кожи. Она рассчитана на широкую стопу, ортопедические стельки и правильная колодка оптимально распределят нагрузку тела, и зимние прогулки будут только в радость. Заинтересовало? За покупками можно идти уже завтра. Выставка-продажа финской одежды и белорусской обуви развернется и в Березниках в Соликамске с 7 по 12 декабря. Березники, гостиница «Березники», вход в ресторан. Соликамск, торговый центр «Молодежный», первый этаж, улица «Молодежная», 8А. В Прикамье снизили налоговую ставку для начинающих предпринимателей. Соответствующий законопроект утвердили депутаты законодательного собрания. О помощи бизнесу расскажут наши пермские коллеги. Юлия Агрель бережно расставляет продукцию на прилавке. Весь мед производят вместе с мужем на собственной пасеке с полувековой историей. К настоящему моменту хозяйство выросло до 600 пчелосемей. Особенно активное развитие началось, когда открыли собственный магазин несколько лет назад. На старте помогли краевые меры поддержки. В 2018 году мы поучаствовали в гранте начинающих фермеров сельхоза и получили грант и купили наш помощник на пасеку, итальянский мини-погрузчик «Мультилон». В этом году мы также воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес». Нам сделали иностранный сайт,
Также нам нашли партнеров в Арабских Эмиратах. И вот мы 4 декабря улетаем на выставку «Органик» в Дубай, где уже с партнерами будем встречаться и, возможно, привезем уже контракты. Чтобы начинающие предприниматели были также успешны, в Пермском крае со следующего года введут новые меры поддержки. Сегодня на пленарном заседании во втором чтении депутаты Законодательного собрания региона приняли законопроект о налоговых льготах. Они будут действовать для ИП и организаций, которые зарегистрируются после 1 января следующего года. Максимально сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения. 1% в первый год, 2% во второй и 4% в третий, если мы говорим о системе уплаты налогов с доходов. Как раз рассчитан именно на этот эффект. На плавное вхождение в бизнес субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно некоторым данным, средний срок жизни малого и среднего бизнеса в Прикамье – 3 или 4 года. Поэтому важно поддержать предпринимателей именно в этот период. Налоговые льготы были предложены губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Это позволит привлекать бизнес со всего нашего пространства российского на территории Пермского края. Я считаю, что вот эти преференции, стимулирование создаст почву для того, чтобы росло количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а самое главное – занятых работников в данной сфере. Налоговые льготы, рассчитанные на 3 года без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников, уникальны для российских регионов. В рамках стратегии развития малого и среднего предпринимательства Прикамья предполагается, что комплексные меры поддержки обеспечат рост числа занятых в предпринимательстве. Более 400 тысяч человек к 2030 году. Юлия Рожкова, Семен Соснин, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Накануне в Березняках открылось новое творческое пространство для молодежи. Как написать проект, защитить его и, самое главное, привлечь в город как можно больше средств из краевого бюджета. Подробности в сюжете Екатерины Зибдеевой. Это проектное пространство, где вы будете придумывать свои идеи, реализовывать их, ездить на форумы, компании. Хотите помочь родному городу, школе или даже вашему любимому скверу в решении насущных проблем? Единственное в Березняках творческое пространство под названием «Контора» выступит в роли наставника в разработке, написании и защите социального проекта. А вы получите деньги на реализацию вашего замысла. Все что угодно, начиная от экологии, можно какие-то, они хотят мероприятия провести, например, фестиваль музыкальный или арт фестиваль, там, допустим, для рисования, для художников, спортивные мероприятия, туристические мероприятия. Может, они хотят сделать, там, например, программу там, «Доступный туризм» и сделать там большие экскурсии по всему краю там, для нескольких групп. Любые идеи можно воплотить, но сначала нужно написать проект. А поможет в этом образовательная площадка «Контора». Здесь будет черная стена грифельная, то есть здесь можно будет мелом на ней писать, рисовать, делать какие-то заметки. Ну а теперь подробнее, как создавалась контора. Коворкинг-центр – место, где молодежь города будет собираться и создавать новые идеи. Когда-то тоже был проектом. Его автор Роман Зайцев защитил свое детище и получил грант. Далее предстояло обустроить помещение. Результат. В этих стенах творческие умы города будут генерировать новые идеи. А пока они прошли небольшое обучение от гостей из краевого центра. Я думаю, что собрались здесь очень активные ребята, которые действительно готовы поменять мир, поменять этот город к лучшему. Будем пробовать писать проекты социальные, выявлять проблемы в Березняках, чтобы они хотели поменять. На тренинге ребята разбирали, что такое социальный проект и с чем его едят. Кстати, практика как в нашем городе, так и в крае в целом радует. Например, в Чусовом за этот год было привлечено 1,5 миллиона рублей на реализацию проектов. У нас же в городе также есть желающие. Например, Лада, студентка политехнического техникума, хочет преобразить свое учебное заведение и помочь первокурсникам освоиться. В технику
техникумах зачастую нету даже вот этой вот зоны отдыха, где ребята могут как-то отдохнуть, что-то поделать, там, может быть, со своими друзьями хорошими посидеть. И вот хотелось бы создать проект на, скажем так, наставничество в техникумах именно, учебных образованиях и на создание вот этой вот зоны, так скажем, отдыха, работы с ребятами. Роман Зайцев и его коворкинг-пространство рады видеть в гостях березняковцев со свежими идеями, чтобы помогать развивать эти идеи, упаковывать их в проект и направлять на грантовые конкурсы и образовательные форумы. Кроме того, контора дает возможность развития личных компетенций. Здесь будут проводиться тренинги и мастер-классы по тайм-менеджменту, ораторскому мастерству и искусству самопрезентации. А также можно просто прийти, чтобы встретиться с хорошей компанией и провести время за настольными играми. Но если при просмотре этого сюжета у вас появилась идея своего грантового проекта, то бегом в контору. Площадка расположилась в здании молодежно-культурно-досугового центра. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья. Завершим выпуск значимым событием для любителей здорового питания. В нашем городе открылся большой рыбный магазин «Океан». Его ассортимент покажем прямо сейчас. Просторные торговые залы, большие холодильники и аквариумы с живой рыбой. В советское время магазины «Океан» были практически в каждом городе. Перед правительством тогда стояла задача увеличить потребление этого продукта. В 90-е годы «Океаны» закрылись, но сейчас в Березняках решили возродить эту добрую традицию. Пятилетки 42. В эти выходные здесь открылся новый магазин «Океан». Ассортимент впечатляет с первого же взгляда. На витринах целый парад. Благородный осетр и его младшая сестра стерлядь. Рядом серебристый окунь и увесистый налим. Вся речная рыба выловлена у нас в Каме. А вот морская рыбка, лосось, семга, форель прилетела с Мурманска и Дальнего Востока. Мы хотим возродить традиции, которые были в советском прошлом, когда в каждом городе был магазин «Океан». И сейчас мы это возобновляем, но уже в современном формате. Это касаемо и оборудования, которое используется для хранения нашей продукции, и касаемо доставок. Доставочки к нам в основном авиаперелетов. Рыба – продукт полезный и вкусный, и процесс приготовления должен быть в удовольствии. Поэтому в «Океане» любую понравившуюся рыбку для вас почистят бесплатно. Она продается не только свежая и свежемороженая. На витринах деликатесная продукция в копченом и слабосоленом виде. Также гурманы советуют попробовать юкалу. Это особый вид приготовления жирной рыбы. Ее вялят и сушат. В холодильниках самое интересное – красавец камчатский краб. Такого точно нигде не найти. Здесь же и другие деликатесы – морские гребешки и гигантские аргентинские креветки. В наших магазинах мало совсем рыбы представлено. То есть сортов очень мало. В основном такие там минтай, горбуша. А тут все-таки такие более рыбы. Осетр, форель, семга. Мне кажется, его не хватало. Вот это будет очень хороший магазин. Мне кажется, покупатели здесь всегда будут. Потому что действительно, вот чтобы в одном месте все купить, у нас такого не было. Поэтому очень хороший магазин. Мы приобрели на вагу, потому что ее в Березняках нигде больше я не видела. Но так как я люблю эту рыбу, мы ее купили здесь. Очень приятно, что у нас появился такой ассортимент хороший в Березняках морепродуктов, которые очень сложно доступны для покупки в нашем городе. А какой здесь отдел готовой продукции? Салатики с рыбой, горячие блюда и полуфабрикаты на любой вкус. Можно заказывать и вкуснейшие рыбные пироги на радость всей семьи. Это то есть наше начало. Мы планируем открыть магазин на юбилейной 87, и огромный гипермаркет рыбы будет открыт в районе 2-го универсам. Магазин «Океан» поддерживает традиции вкусного и правильного питания. Напомним, открылся он по адресу пятилетки 42. В честь этого события для всех покупателей цена на горбушу и форель значительно снижена. Приходите и убеждайтесь в этом сами. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами, снимайте городские происшествия, проблемные ситуации или интересные события. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или на почту tnt.news@sobakamail.ru. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Гордеева. Всего вам доброго и будьте здоровы!
Внимание! Открыт новый салон «Двери, окна, кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. 7 декабря на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду. Небольшой снег лишь ночью. В Александровске минус 24. В Кизеле столбик термометра будет опускаться до минус 23. В Соликамске до минус 26 градусов. В Березняках во вторник температура воздуха ночью минус 23, в дневные часы до минус 25 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. 7 декабря солнечная активность нулевая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Компания «Кудесник» представляет стальные двери от лучших российских производителей, популярные модели в наличии. «Кудесник» заявляет, если найдете в Березняках дешевле, снизим цену, и двери, которые... которых нет у других, найдете в «Кудесник».